Всем привет! С вами Звездочетка. И я, Ксения Акчурина, готова поделиться самыми свежими предсказаниями на следующую неделю. Овны. На этой неделе возможны проблемы в сфере делового партнерства, но вы можете рассчитывать на поддержку близких. Начиная с четверга, возможны путешествия или смена места работы. В субботу вас ожидают неожиданные любовные приключения, так что вам понадобится благоразумие. Тельцы. В первой половине недели вы будете активно учиться новому. К среде может поменяться настроение. В пятницу возможна раздражительность. Старайтесь не участвовать в ссорах и не проявлять свой гнев. Вам просто необходимо решить семейные проблемы. Близнецы. Самое время подумать о браке или о продолжении рода. На этой неделе удачное время для решения квартирного вопроса. Если не в глобальном смысле, то хотя бы сменить интерьер. У вас получится проявить ваши самые лучшие деловые качества. Много общаться и активно вести деловую переписку. Не болтайте лишнего и держите в секрете свои планы. Раки. Сосредоточьтесь на служебных делах. Скромность и тактичность – главные качества на этой неделе. Хранить секреты непросто, но если вы это не сделаете, то у вас могут быть неприятности. В четверг не принимайте быстрых решений. Главное – все обдумать. Львы. На этой неделе вы сможете решить даже самые сложные задачи. Отношения с коллегами и начальством наладятся. В эту неделю к вам будут поступать интересные деловые предложения. Будьте в курсе общественной жизни. Девы, на этой неделе работоспособность принесет вам успех. Постарайтесь не отдаляться от коллег, так как в этой ситуации самое лучшее мнение – это коллективное. Не время напоминать начальству о своих достижениях. Их могут неправильно истолковать. Весы, на этой неделе вы окажетесь объектом повышенного внимания. Излишняя скромность может помешать вам извлечь от этого выгоду. Не старайтесь указывать людям, как они должны себя вести. А выходные уделите время семье. Они нуждаются в вашей заботе. Скорпионы. Сосредоточьтесь на рабочих делах. Неделя будет суматошной, но прибыльной. В пятницу будут удачные поездки, переговоры с начальством. В субботу вам поступит новое творческое предложение. Личная жизнь вас тоже порадует. Стрельцы. Не оглядывайтесь назад. А иначе вы попадете в сети воспоминаний о прошлых ошибках. Найдите золотую середину между желаниями и реальностью. В этом вам помогут советы близких. Будьте осторожны с высказываниями. Берегите свои и чужие секреты. Козероги. Настройтесь на реализацию планов. Тогда успешная неделя вам просто обеспечена. Если захотите начать что-то новое, посоветуйтесь со специалистом. В четверг лучше не спорьте с начальством во избежание конфликта. В выходные не сидите дома, обогатите себя новыми впечатлениями. Водолеи, не перегружайте себя работой. Вас ожидает благополучная неделя, которая принесет вам уверенность. В среду будут удачные новые знакомства. Выходные постарайтесь провести в кругу близких вам людей. Рыбы. Вам придется многое изменить, улучшить и освоить. Со среды начнется полоса удач, но ваша персона будет под повышенным вниманием, так что публичные выступления принесут вам успех. На этом у меня все. А если вы не успели прослушать свой гороскоп, вы всегда можете ознакомиться с ним в ближайшем номере газеты «Стерлитамак неделя». Верьте звездам и слушайте сердце. До скорой встречи! Газета «Стерлитамак неделя». Время читать.